Главное сочинение «Умение Помейского» по жанру это был, по всей видимости, диалог. Не такой, в своем отношении, интересный диалог, как мы находим в корпусе платоновских сочинений. Похоже на то, что этот диалог был между учителем и учеником, скажем так. Этот ученик называется чужеземцем, чужестранцем в текстах нам известных, сохранившихся до нас. Но в основном, конечно, речь идет о том, что некий учитель, некого ученика-чужеземца в чем-то наставляет. Важно то, как называется это главное сочинение «Умение Помейского». Оно называется «Перитоготу» по-древнегречески, то есть «О благе как таковом». В чем интерес? Дело в том, что в истории античного платонизма существует такая большая и важная загадка. Сохранилось довольно много, порядка 100, чуть больше свидетельств о том, что сам Платон, который, как мы знаем, из текста седьмого письма, сохранившегося до нас, из сочинения платоновского диалога «Федр», Платон не доверял буквальное изложение философских истин, ну, папирусу, по нашему бумаге. То есть он не доверял окончательную суть философских истин. Хочу напомнить, что в платонизме классическом философские истины имеют спасительный характер. Да, то есть это важные и опасные истины. То есть с точки зрения Платона и платоников, многочисленных живших после него, если как-то душа, а это и сам человек, не должным образом отнесется к содержанию спасительных философских истин, то с ней последующему существованию может что-то нехорошее случиться. Речь идет, конечно, о важных и опасных философских истинах, и повторяю, что в силу того, что книга, как сам Платон нам сообщает, обращается ко всем, к любому и каждому, и не способна отвечать на вопросы, буквально, если книге задавать вопросы, она будет все время талдычить в ответ одно и то же, то буквальное сообщение философских истин в платонической философской античной традиции было под запретом. Нам известны имена многочисленных философов-платоников. Большинство из них ничего не писали. Хочу напомнить, что сам Платин, который обучался философии в Александрии у некого Аммония Сакаса, буквально Порфирий в своем жизнеописании сообщает, что Платин долго искал для себя учителя жизни. И в конце концов, когда некий друг, имя его не называется, показал ему в Александрии на Аммония по прозвищу Сакас, Платин, послушав Аммония, сказал: «Вот человек, которого я искал». Но сам Аммоний ничего не писал, будучи ортодоксальным платоником. Вот. И ближайшие ученики, речь идет о Платине, у Аммония Сакаса проходил философскую выучку выдающийся христианский писатель Ориген Александрийский в том числе. Так вот, Платин с своими друзьями поклялись после смерти Аммония никогда не разглашать никаких философских истин, то есть тех истин, которым обучились у этого Аммония. Учение Аммония Сакаса не подлежит в этом отношении реконструкции. Сохранилось довольно приличное количество свидетельств, разрозненных, отчасти связанных между собой, но оснований для надежной реконструкции эти свидетельства нам не предоставляют. В 244 году Платин, основоположник неоплатонизма, которого обвинили в том, что все свое учение он списал из книг «Умения Помейского», позднее, чуть позже, в 244 году он переезжает жить в Рим, там живет, в доме некой Гемины, которая содержала пансионат. Жители этого пансионата были первыми слушателями, учениками Платина Ликополитанского. Здесь он живет почти что до конца дней своих, предчувствуя скорейшую кончину, тяжело заболев, он Рим оставляет и переезжает жить в Кампанию, город Минтурны. И здесь он умирает в 269-270 году. Надо сказать, что этот город до сих пор существует, и среди почетных жителей города Минтурны числится и Платин в том числе. Он там не жил, там умер, но считается почетным жителем. Так вот, Платин живет с 244 года в Риме. Долгое время он преподает исключительно устно, то есть следуя заветам и обещаниям, им самим предоставленным. Вот. Но после того, как его ближайшие друзья Гераний и Ориген нарушили свои обещания, он об этом узнал, под давлением своих слушателей и учеников он стал записывать тексты. Повторяю, что внутри платонической традиции существовал гласный и негласный запрет на предание философских истин, ну вот, книжному формату, как сейчас принято говорить. В силу сложности, опасности
вот этих самых истин, которые имеют спасительный характер. Другое дело, что в отношении Платона сохранилось, повторяю, как я уже сказал, порядка 100, чуть больше свидетельств о том, что внутри Платоновской академии он сам исповедовал так называемое неписанное учение. А то есть наряду с написанием тех или иных диалогов, не трактатов, Платон категорически отказывался писать философские трактаты, излагал намеками, иносказаниями философские истины как бы исподволь, играючи в своих диалогических текстах. Трактаты он отказывался писать. Хотя такой жанр философского сообщения, конечно, во времена Платона уже был принят и широко распространен. Так вот, параллельно, можно сказать, написанию вот этих самых диалогических текстов, Платон, по всей вероятности, в узком кругу учеников, излагал последовательно свое философское учение устно. Выражение аграфа-догмата, неписанное учение Платона, впервые встречается у Аристотеля в начале четвертой книги физики. Аристотель сообщает в начале четвертой книги физики, что о материи, это важная тема и важный момент для понимания сути платонической догматики, в том числе для нумения Помейского, о материи Платон говорит двояко. В диалоге Тимен говорит одно, а в неписанных учениях говорит другое, противоположное. Свое неписанное учение, говоря аристотельским языком, Платон излагал в курсе лекции, которая называлась «О благе как таковом» — «Перитагату». Точно так же называется главное сочинение диалогического характера «Нумения Помейского». Повторяю, что для понимания истории античного платонизма в силу того, что платоники категорически отказывались в большинстве своем, чтобы то ни было догматически записывать и утверждать, редко когда можно встретить в литературной платонической античной традиции, строго говоря, трактаты по философии. Это либо диалоги, либо комментарии к диалогам платоновским, в первую очередь, если говорить о позднейшей неоплатонической литературе. Есть исключения из этого правила, но именно как исключения они имеют право на существование. Так вот, важно, что для понимания сути платоновского учения анализ этих свидетельств порядка 100 о неписанном учении, имеет принципиальное значение. Вот в 20 веке, в 50-е годы 20 века, случилась в платоноведении революция, можно сказать. Она получила название Тюбингенской революции, от названия города Тюбинген, где в 50-е годы были защищены две диссертации, двумя немцами, естественно. Это Ханс Йоахим Кремер и Конрад Гайзер. Они, собственно говоря, и положили начало так называемой Тюбингенской революции платоноведения, или же заложили основы так называемой эсотерической интерпретации философского учения Платона, с опорой, опираясь на вот эти данные о неписанном учении, на содержание так называемого курса лекций о благе как таковом. То, что нумению Помейскому было известно, непонятно из каких источников содержание этого курса лекций, который читал Платон в IV веке до н.э., в этом нет никаких сомнений, потому что существуют параллельные свидетельства, дословные совпадения между текстом диалога Нумения о благе как таковом и некоторыми свидетельствами античными, скажем, сочинениями Аристоксена Таренского. И в этом отношении наследие Нумения Помейского для понимания сути, собственно говоря, платоновского учения, для реконструкции содержания так называемого неписанного учения о благе как таковом, имеет принципиальный характер. То есть вот эти фрагменты, наследие Нумения фрагментарно, но речь идет о приличном количестве фрагментов, достаточно пространных зачастую. Для понимания сути платоновского учения это очень большая и сложная задача, имеет принципиальный характер, имеет большое значение. Ведь долгое время в отношении Платона, ну, спустя античные времена, господствовала та точка зрения, что Платон в первую очередь писатель, который трогает души и волнует умы. А, собственно говоря, догматики в таком в строгом смысле этого слова Платона найти невозможно, но часто себе противоречит в пространстве одного и того же диалога текста. Вот. Между текстами, диалогами очень сложно найти какие-то точки соприкосновения. Непонятно, к чему он клонит и что, собственно, он хочет сказать, если опираться на тексты диалогов сохранившихся. Но и в этом отношении, скажем, наследие Плотина, как основоположника неоплатонизма, сыграла огромную роль в понимании того, что, собственно, собой платонизм как культурный феномен представляет. В 96 году вышла статья выдающегося историка античной философии Андрея Доминика Сафре,
которая называлась 1492 год, второе возвращение Плотина. 1492 год — это год открытия Америки Христофором Колумбом. Вот. Но одновременно в 1492 году во Флоренции вышел перевод всех сочинений Плотина или Каполитанского на латинский язык, который подготовил Марсилио Фичино. Марсилио Фичино — это личный врач семейства Медичи. Вот. Условно основатель и главный представитель так называемой Флорентийской академии в Корреджо под Флоренцией, переводчик, выдающийся переводчик с греческого языка на латинский, сочинение многочисленных авторов, и он переводил и сочинение из корпуса Гермеса Трисмегиста, и Платона, и перевел всего Плотина на латинский язык, и так перевел, что его переводы, Плотин один из самых сложных грекоязычных авторов на все античные времена, перевел так, что до сих пор его переводы на латинский язык Фичино считаются удивительно точными. И 1492 год, почему так статья была названа, дело в том, что в этом году, когда был опубликован латинский перевод, греческий язык мало доступный и в наши времена кому, не говоря уже о событиях 15 века. А латинский язык — это язык интернационального научного общения, и по латыни, по латине, платонизм в его лице, как некая стройная и строгая система, стал впервые доступной. Вот потом, тому, как Колумб открыл Америку, можно сказать, Европа, в переводе на латинский язык, составленный Марсилио Фичино, открыла для себя платонизм. Повторяю, что строгой системы в сочинениях Платона мы не случайным образом не находим. Платон приложил максимум усилий, по всей вероятности, чтобы этого не случилось никогда. Вот, излагал систематично свои воззрения в узком кругу слушателей в курсе лекций о благе как таковом. А Плотин, под давлением друзей, напоминаю, составивший вот многочисленные сочинения, очень сложные по языку. Плотин, то, что называется, был человеком очень близоруким, как сообщает Порфирий, никогда не возвращался к написанному. Порфирий пишет в одном месте своего жизнеписания Плотина, это его учитель, что Плотин писал книги так, составлял тексты так, как будто бы списывал все из некой книги у него в голове. Вот. И в этом отношении эти тексты в течение как минимум 30 лет обрабатывались тем же самым Порфирием, готовились публикации. Корпус сочинений Плотина называется «Энеады девятки». Речь идет о 54 трактатах, которые разделены по 9 трактатов в каждой из 6 групп. Это задумка Порфирия. Сам Плотин не прилагал никаких усилий для того, чтобы привести в порядок свои сочинения, как-то их назвать, например, разделить по содержанию тематически и так далее. В этом отношении свидетельства античных, того же Порфирия Тирского, о том, что Плотин обвинили в том, что он все списал «Уныние», автора сочинения о благе как таковом, то есть диалога, который назывался точно так же, как курс лекции Платона, который он читал в Академии по тем же самым названиям, где излагал свое учение систематически. Все это составляет значительный интерес и, по всей видимости, должно сыграть большую роль в понимании того, что же собой античный платонизм, классический платонизм в строгом смысле представлял и какое имел значение. Нумений вольно-невольно оказывается важным связующим звеном между тем, что оставил после себя Платон, трудное, непростое для понимания наследие, вот, и то, чем стал для позднейших читателей, интерпретаторов античного платонизма Плотин. И в этом отношении, в том числе, для понимания сути и логики истории античного платонизма, наследия Нумения Помейского, пускай фрагментарно сохранившиеся, но тем не менее, представляет огромный, можно сказать, чрезвычайно значительный и важный интерес.